снова здравствуйте, друзья, вы на канале Алекс Дозор, и я несменный ведущий этого канала Алексей. Вот, очень приятно, что вы со мной, очень приятно, что нас становится больше, спасибо вам огромное. И сегодня у нас честный обзор на наушники от CCA CI2. Это, ну, можно сказать, новинка, я купил, как только они вышли, долгое время они у меня лежали, я чуть-чуть увлекся средним ценовым сегментом, и вот пришло время разгребаться в, ну, самом дешевом ценовом сегменте, скажем так, в самых дешевых наушниках. Посмотрим, что это за модель. Я вот честно скажу, я еще не слушал, сегодня снимаем, распаковываем, потом я их буду слушать. И потом буду снимать так. Ну, решил так, пока есть время снять вступление и распаковочку. Поэтому для самого интрига, как звучат, это динамическая моделька. Ладно, давайте распакуем и посмотрим, что здесь. Коробочек вполне стандартный. Ну, то есть, вот чуть-чуть у меня помятенький пришел. Ну, а что вы хотели? Наушники стоят 200 гривен, что примерно составляет сколько? В районе 6-7 долларов. Ну, ссылочка на магазин будет в описании ролика. Магазин мне что-то уступил, магазин нормальный, отправили быстро, как бы все рекомендую, посмотрите, пожалуйста. Вот, только именно этой модели вот на данный момент, на момент съемки этого ролика, у них нет, они закончились. Я просто ссылку оставлю на магазин, потому что, ну, как бы, ну, потому что надо же куда-то отправлять. А где найду еще самую дешевую эту модель, и еще размещу ссылку вот на самую дешевую. Вот так вот, из коробочка, на коробочке написано, а написано у нас здесь, что у нас здесь кабель 3,5 джек, вес где-то 23 плюс-минус 3 грамма, 75 миллиметров у нас пин, и частотка у нас 10 герц, 20 килогерц, да, импеданс 23 ома, и чувствительность у нас 112 децибел. Вот так вот. Бывают они с микрофоном, у меня модель с микрофоном и без микрофона. Цвета вы видели сзади меня только что, три цвета точно есть. Кстати, эти наушники можно покупать оптом по 5, по 10, тоже есть такие предложения. И это по 2, и это выходит дешевле. По 2, кстати, выходило что по 1, поэтому я не воспользовался этим предложением. То есть одинаково, что я купил бы 2, цена, ну, то есть не падала. Если, допустим, на МТ-1, а вот ссылочка как бы на их обзор, вот, там реально то, что я купил 2, срезало мне пол цены одних наушников, ну, то есть, это да, здесь, да. Ну, все, продолжаем дальше, стандартный, да, спичечный коробок от KZ-CCA, да и у TRN что-то похожее, вот, CVG чуть-чуть по-другому делают, да, вот такие вот наушнички, я взял красные, чтобы как бы красиво смотрелись в кадре, мне, честно говоря, прозрачные не нравятся, не знаю, то ли как бы, не застал я тех времен, когда шумели эти прозрачные, совсем прозрачные белые цвета. Но мне нравится, вот, чтобы и прозрачненько было, это действительно интересно. И как бы, чтобы был хоть какой-то цвет. Вот у нас тут что, компенсационные отверстия. Два прямо под динамиком и сбоку. И как бы все, вот соединение происходит на обычном, не на QDC, на обычном двухпиновом коннекторе. Давайте кабель посмотрим. Ну, кабель вы сразу понимаете, что в принципе сразу ни о чем. Вот такой вот разветвитель. Никакой бусинки, ничего не ездит. Ну, обычный кабель а-ля КЗ. Вот в EDX что-то похожее было, только более медный такой на вид, да? Вот сейчас ссылочка на обзор EDX. Ну вот как бы так, да. Что тут? Бумажоночки и амбушюры еще для подбора. Еще два вида, маленькие и большие, средние уже надеты на наушниках. Ну, в принципе, я говорю, все стандартно, что вы хотели для 200 гривен. Вот, маленькие, большие и, в принципе, это хоть и белые, но не вот те белые страшные, более-менее нормальные, но слушать я их буду все равно на вот этих вот черных. По мне, так они, вот смотрите,
принципе, похожи. Ну, чуть-чуть разница в материалах ощущается. На белых слушать не буду, потому что навряд ли эти наушники оставлю себе. Опять-таки, может и продам, может и подарю. Поживем, увидим, как бы, и узнаем судьбу этих наушников. Их сначала надо послушать. Может, там что-то такое отвратительное, что это даже как бы врагу не подаришь. Так, и по нашей хорошей традиции мы сделаем замеры. Оп. Обнулим. Длина у нас 22, практически 23 миллиметра. Ширина у нас 17 миллиметров. Но самое главное, что нам надо, это шоколада. Бортик. А ну 5 или 5,5. Давайте еще раз сбросим. И посмотрим. Все-таки ближе к 5,5. Да? Это хорошо. Есть еще вот такое вот подобие бортика для удержания амбушюр. Неплохая сеточка. Ну, жалко, звуководы не металлические. Ну, что вы хотели? Это реально, в принципе, самая дешевая цена на наушники. Одна из самых. Еще у меня будут за 150 гривен наушники. Специально взял. Это самые дешевые со сменным кабелем. Там были точно такие же без сменного кабеля. Они, по-моему, 100 с чем-то. 100-120 гривен стоят. А со 150 со сменным кабелем. Это самые дешевые наушники со сменным кабелем. И я на них в скором времени тоже сниму обзор. Вот сейчас вот ссылка на распаковку тех наушников всплывает. Вот как бы мы их и распаковали. Все, я погнал их слушать. Ну что, друзья, у вас прошла секунда, у меня прошло более длительное время, и я готов выдать резюме по этим наушникам. Я думал, что это вообще будет бомба, рвач и разрыв всего, и на эмоциях вот даже там полез за комиссарией, с мерой на работе сравнивал. Вот реально, вот настолько зацепили меня эти ушки. Короче говоря, что, ну, я их уже, ну, почти тут топ составил тут из всех своих наушников. Ну, ларчик просто открывался, чудо не произошло. Заксы они не рвут, тем более арию, меру. Вот. В своем примерно ценовом сегменте, ну, я скажу так, до 13-15, наверное, долларов, да, они делают ветер, и, ну, я могу смело их назвать лучшими из того, что я, по крайней мере, слышал. Дальше уже как бы там в сегменте примерно 20 долларов, там 19-18 возникают вопросы. То есть с чем-то они могут, с чем-то они не могут. Но ссылочек 5, если где-то ссылочка не выскочит, когда я скажу, мы постараемся вставить фотографию вместо ссылочки. Ну, чтобы вы понимали, все эти наушники есть у меня на обзоре на канале. Вот на Арию вообще как бы замечательно. Ну, Ария на 10 голов выше от этих наушников. Ну, и стоит она как бы в 10 раз дороже этих наушников. Все как и говорится. Вот с Заксами. Тоже оказалось, я думал, как бы составят достойную конкуренцию, но Заксы все-таки отбили свое место под солнцем. Там гораздо лучше бас, проработаннее и интересней, как бы серединка еще, ну, тоже, как бы, скажем так, у Заксов как бы она чище, прозрачней, вот, более читаемей. А здесь только что дубль снимал, на 17 минут вышло. Надо ускоряться, а то будет очень долго. Этот должен выйти минут на 10, максимум на 12. Вот, давайте я зайду быстро по низким. Здесь очень такой интересный, вполне себе нормальный бас. Он не хватает звезд с неба, он не выигрывает там, допустим, даже вот CCI. Вот, то есть, CCA, CSN, вот, ну пусть вот сейчас вот на них ссылочка всплывет, а может и фотография. Вот, они не выигрывают по басу, потому что здесь бас вот немножечко как бы назад отодвинут. Максимум иногда вот подходит чуть ближе, ну не вровень, ну вот так вот максимально приближается к середине.
он никуда не налазит, он вроде как на своем месте. В глубину сильно, в хлесткость, какие-то удары, панчи, этого здесь нет. Он расходится так вот чуть больше среднего в середину, но как бы сильно ватный, ну, можно, как говорится, как чуть-чуть ватноватый. Ну, это идет этим наушникам, действительно, ну, то есть, как бы, это не отпугивает, наоборот, как бы помогает выкатить середину вперед. На середине, на мид-басе нету лишнего жира, нету лишнего холестерина, струнные звучат отлично, то есть не слышно, разумеется, тут нет такой сверхдетальности касания струны, потом вибрация, потом как бы звук, вот этого нет. Но когда идут какие-то переборы, какие-то движения, отчетливо слышно, что играет каждую струну. Ну, то есть, если это заложено в записи, давайте так, если записи этого нет, вы этого не услышите. Ну, отчетливо во время переборов как раз ты это понимаешь, во время как бы рифов хорошо. Вот, ну, действительно, очень близко звучат вот эти вот гитарные партии, без лишнего как бы на них налета жира. Вокал звучит еще ближе, вот самое приближенное в них звучит вокал, что женский, что мужской, звучат они более-менее натурально для вот этого ценового сегмента, ну то есть это вот максимальная натуральность, которую я слышал. Не забываем, что наушники стоят $8, то есть как бы мы сейчас не говорим о наушниках, которые стоят космических денег, и нету никаких, вот знаете, лишних акцентов, как вот, ну, как чуть-чуть не натурально звучит, когда голос певца, вот ваш 2О в Монике, я вот такое вот чувствовал. Здесь как бы звучит проще, и не съедаются последние вот согласные, как это вот было, где? Вот здесь, на Трен STM2. Вот эти наушники, вот они уделывают, ну, сейчас мы к этому вернемся. Вот. Дальше. Скрипка. Если она в записи приближена и на громкости, на хорошей громкости, то будет даже очень резать. Но опять-таки середину можно эквалайзером, если где-то вам не нравится, подубрать. Главное, что она есть. То есть, как бы, если есть, чуть-чуть это снизить можно. Вот если этого нету, это добавить уже будет тяжело. Трубы, волынки, щеточки, трещоточки звучат вот, ну, просто хорошо, все раздельно, все слышно. Если сравнивать как бы с КЗ, то будет под, как, вот, под небольшой вуалью. Если как бы послушать их с вот этими наушниками, то наоборот будет как бы как без вуали, как впереди. То есть, ну, все познается в сравнении. И перейдем к ВЧ. Моему самому-самому любимому. Ну, то есть, все, посередине она детальная, натуральная для $8. То есть, в ней нету каких-то сверхдетальных моментов. Но на базовых уровнях это отыгрывается нормально. Нет каких-то там вот слоистых моментов, обертонов в вокале. Но это звучит живо и хорошо. По разделению по планам, вот что мне сказал, разделение по планам есть тоже не глубокое, но оно присутствует, ты понимаешь, что что-то играет впереди, что-то сзади, ну и это хорошо, вот, нету, понятно, что ты там вот как бы там, до шестой скрипки рассчитать не можешь, кто где стоит, но если как бы барабаны играют чуть в отдалении, то они вообще тут реально чуть в отдалении играют. И к ВЧ. ВЧ здесь сделали очень как бы грамотно для этой цены. Они не сыпят песком, на них нету каких-то огромных сибилянтов, на них также нету шлейфов с затуханиями, попыток это показать. Вот, ну, я сейчас по графику АЧХ вам тоже расскажу, закончу с этим. Вот. Нету вот этих вот шлейфов, нету, но они не песочные, они не сыпят мусором вам, они в меру яркие, вот знаете, как бы вот средней яркости, не такие как бы яркие, как я люблю, звонкие и такие как аж осязаемые рядышком, но они не портят общую картину вообще нигде ни капельки, как допустим это вот происходит в этих вот наушниках, там именно как бы ВЧ все, вот, все портят. Если бы сюда эти ВЧ, эти без, ну, еще бы на уровень бы выше стали. И опять-таки, это чистый динамик, здесь арматура стоит для этого, а здесь как бы этого нет. Вот такой вот как бы интересный тюнинг. И по графику АЧХ сейчас быстренько пройдем. Вот он сейчас вот с этой стороны, моя любимая жена мне его выведет, чтобы вы его видели.
по графику АЧХ, как вы видите, это W-шка. Такой как бы народный тюнинг. И действительно, ну блин, это ну, народный, потому что я когда принес вот эти вот наушники сегодня на работу, захожу, говорю, 200 гривен, играют вообще бомба. Мне мои швеи на работе говорят, да, это я как раз хотела, там, вот закажи мне. Я говорю, а ты послушай вот эти вот, к концу рабочего дня, вот эти вот три пары. И из этих трех пар она выбрала именно вот эти. То есть Трен СТ-2 и Трен МТ-1. Она выбрала эти, однозначно говорит, ну вообще, то есть человек слушает там радио с телефона, то есть у нее нет какого-то опыта прослушивания, еще что-то. Она вот взяла, сказала, вот эти лучше, вот эти интереснее. Она даже, по-моему, амбушюры плохо установила, то есть там не до конца, не глубоко, а вот как бы поверхностно вставила. Может, если бы лучше какие-то другие понравились. Вот попросила меня ей заказать вот эти вот наушники. Я же говорю, я специально вот еще брал на работу. И паренек меня, подписчик в подписках спрашивал, говорит, ну, может, не паренек, я так называю, может, там, почтенный муж. Вот. Ну, человек спрашивал, говорит, а что, если, говорит, подзадрать низкие частоты на 30 и 60 герц, говорит, повыше, как там вот запчасть, где будет, ну, то есть, будет ли она здесь вот приятная, она, вот он еще тут спрашивал. Потому что обзор пока только что на них был. Я проверил на всех трех парах. Вот здесь как бы она так тоже ничего приятная. Здесь, ну так, не очень получается. Вообще так разваливается. Здесь же самое вот получается такой вот приятный момент в этой сапчасти. Сапчасть в этих наушниках есть. Она отыгрывается там где-то треком заложена. Иногда как бы даже, ну кажется, что с избытком. Ну, в принципе, это нормально. Это музыкальная, кайфовая подача. Я поначалу, когда я ходил, думал, что они вообще какие-то там темные. А прогрелись они часиков 5 бы, вот, ну, до более-менее нормального прогрева, чтобы они зазвучали хорошо. Прогрелись они, я понял, я не могу их назвать ни темными, ни светлыми. У них нормальный выдержанный тональный баланс где-то вот посередине между всеми этими нюансами. Нормальная рабочая такая усредненка, скажем так. Ну, по крайней мере, я в захвате. Вот, в восторге я от этих наушников. Мне как бы ну, действительно понравился этот тюнинг. EDX-ы, по мне, они как бы тоже в клочья делают, потому что вот этот бас здесь, он как бы там пусть не супер от, какой-то аудиофильский, но вот его присутствие в ширину вот делает приятней саму подачу. Не когда он хлесткий, как мокрым полотенцем по лицу, а когда вот он такой приятненький. Вот, по этим Трен СТМ со сменными фильтрами все делает. Вот, я, честно говоря, думал, да, что, ну вот, вот тут примерно вот как бы наравне, но здесь вот чуть-чуть вот расширение ясности у КЗ-DQ6 вот больше, чем у этих наушников. Но они очень близко подбираются к вот этим вот наушникам по звучанию. То есть, ну, действительно, так положа руку на сердце, эти лучше звучат. Но тут вообще лучше, чем здесь. Здесь как бы интереснее серединка. Ну, баском они, конечно, отбивают. Бас здесь чуть-чуть вот как бы подхрамывает. Но для этого ценовой категории это как бы, я считаю, крутой бас. Что там еще? Все модельки от CVG, которые были у меня на обзоре, тоже как бы там не гибридные. И две у меня были, там одни с морскими камушками, одни... Одни вот недавно совершенно ЦСК, ну, нет, вот, то есть, как бы, те беленькие от CVG, вот, тоже пусть на них сейчас ссылка будет, там, конечно, совсем другая подача, там совсем другой вариант, но все равно вот эти вот, это на каждый день, а те б я послушал бы очень редко и недолго, вот, как бы так. И по подбору аудиоаксессуаров, я не буду сейчас раскладываться, устраивать, быстренько сейчас пройдемся по этой теме, мне Виталий говорит, у меня там наушники есть за $6, по-моему, или даже дешевле за 5, ну 150 гривен они стоят, на 27, если что, поделите. Это ты и к ним будешь этот кабель подбирать, ну то есть как бы нецелесообразно к такой цене. Я не говорю вам, что вам надо подбирать вот кабель за 700 гривен к наушникам за 200 гривен. Тут другая комбинация. Здесь
наушники к кабелю, грубо говоря, стоит подбирать. То есть вы берете наушники, это то, как я рекомендую, начального ценового сегмента, если, ну, как бы хочется вот попробовать что-то, ну, то есть, как бы, и дорого вообще все остальное. А потом я рекомендую уже подкупить к ним кабель, ну, хотя бы вот за долларов 10, 8, 7 есть там от ТРНТ2, у меня тоже там обзор в рубрике аудиоаксессуары есть на него, вот. То есть есть кабеля в районе вот как бы $10, еще даже меньше, до $10, которые нормально могут отыгрывать с этими наушниками. Понятно, что наушники стоят дешевле, но это хороший как бы задел вперед. Вы послушаете эти наушники, потом перейдете, возьмете какие-нибудь другие, да вот даже КЗ, ЗАГС, у них такой же практически провод, как и здесь. Может, на вид чуть лучше по звучанию, такой же, как вот реально в этих за 200 гривен. Только эти полторы, эти 200. И как бы провод у вас уже есть. И вы можете потом к проводу уже подбирать наушники. То есть точно так же и с амбушюрами. Взяли вот, то есть вам, ну, попробовали, понравились. Даже пусть это будут какие-то подороже от Дуну там или от Мандаринс, как я показываю. Но вы потом возьмете наушники, у вас уже сразу готовый сетапчик. А вот эти наушники там бабушки, дедушки, зятю, свату, знакомому, куму, другу подарили, там себе оставили как рабочий вариант, или там котам отдали поиграться, всякие варианты есть. Я вот как бы за вот такую идею топлю, потому что, ну, попробовав что-то классное, всегда хочется получить еще чего-то больше. Я так вот тоже ушел в дебри аудиофилии или меломанства именно по этой схеме. Поэтому как бы нормальный проводок сюда, ну, от того же X-Inch, у них есть, по-моему, там в районе $20, 24 жильные, самые, ну, одни из самых дешевых кабелей, и я бы вам порекомендовал вот, или этот кабель, или вот, как бы, you know, как-то так вот голубенький у меня есть кабель, ну, в других обзорах он везде, они эти все вещи мелькают. То есть амбушюры сюда отлично сели, вот эти вот от Дуну 240-е. Можно как бы мандаринки поставить, тоже хорошо с ними. SP100, ну, сильно светлят, ну, мне не понравились. И в ушах сидят неудобно за счет вот как бы вот этих звуководов пластмассовых. Вот как бы вот такие вещи. Ну, комбинацию вы поняли, давайте пустим. А, вот еще ж донглы лежат. Любой из этих донглов приукрасит эти наушники, преобразит и тоже как бы сделает их звучание намного дороже. С Tempotec Sonata HD 2, вот, ну, мне реально понравилось. Оно так добавляет какой-то музыкальности, что ли, вот как бы формы становятся более как бы такими упругими, более очерченными. И ни капельки это их не притемняет, а только добавляет вот какого-то вот музыкального шарма. На вот этих это, в принципе, ну, уже обзоры вышли, один и тот же свисток, Chromtech TPR-11 и вот этот CX Pro, ну, по звучанию это одно и то же. И, ну, с этим свистком тоже звучит хорошо, это подсветливающие свистки, тоже звучит замечательно. То есть, ну, на секунду можно уже за 215 гривен вот этот вот свисток найти. То есть, ну, то, что до $10, то понятно, сколько тоже там получается. Да ну, по цене этих наушников, вот этот свисток. И тоже, опять-таки, потом свисток у вас остается, когда вы меняете наушники. И это неплохой свисток, из дешевых вообще как бы очень-очень крутой. На Realtek хуже свистки, чем вот на вот этом Conexant'е. Все, вот теперь я пошел за белкой. Ну что, друзья, вот он мой друг. Друг Исин, искусственный интеллект. Только понравились ушки? Вроде как зашли, видели? На зубок попробовал. Вот он какой молодец у меня. Ребят, музыка была группы Engine On. Вначале написал, сейчас сказал. Очень интересные ребята. Я чуть-чуть приторможу с низкобюджетным ценовым сегментом, потому что Виталий мне там заслал чуть-чуть наушников. И тех, кто досмотрел до конца, тому сюрприз будет с Spring 2, весна. У кого-то осень, а у меня весна будет в ушах. Ну, потому что я уезжаю на парочку недель опять погостить на хозяйство. К теще с тестем, пока они отдыхать поехали в теплые края. Вот. И будет у меня время. Виталий сказал, что это недели две надо как минимум на прослушивание. У меня как раз будет около 2 недель, может чуть меньше. Ну, примерно 2 недели. Поэтому вот такая вот у меня новость.
Все, друзья, до скорых встреч в нашем эфире. Всех люблю, всех обнял, поцеловал и жду вас в следующих роликах. Пока!